Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что отечественные туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству массовых направлений до нормализации ситуации с авиарейсами. О том, что ждет туристическую отрасль страны и Тверского региона в частности, в нашем следующем сюжете. На сегодняшний день российские туристы смогут столкнуться с высокими ценами на авиабилеты, проблемами с авиарейсами, трудностями со снятием наличных средств за рубежом, блокировкой банковских карт. На этом фоне спрос на туризм внутри нашей страны значительно вырос. Путевки на большинство популярных курортов, а это Карелия, Байкальский, Краснодарский край, минеральные воды и другие уже раскуплены вплоть до сентября. Не стало исключением и наша Тверская область, ведь это необычайно красивый край с девственной природой. Многочисленные реки и озера, густые леса и невероятной чистоты воздух. Традиционно особой популярностью пользуются пансионаты, расположенные на Селигере. Гостиничный комплекс «Селигер Палас Отель», пансионат «Сокол», база отдыха «Орленка» и пансионат «Верхневолжский» под Тверью. Эксперты также отмечают, что выросла популярность на санаторно-курортный отдых. В последнее время это напрямую связано с постковидной реабилитацией. При выборе санатория для начала необходимо определиться с профилем лечения. Затем узнать больше о самом санатории, почитать отзывы, посмотреть фото и видео. Предпочтение лучше отдать хорошо зарекомендовавшим себя турбазам и отелям. Например, в пансионате Верхневолжский нашему оздоровлению поможет не только живописная природа и чистый воздух, но и процедуры в массажном и физиотерапевтическом кабинетах. Электрофорез, УВЧ и кварцевая терапия, аппликатор Кузнецова, магнито-инфракрасно-лазерная терапия. Имеется соляная комната, а в фитобаре для вас приготовят кислородные коктейли и лечебный чай. Для улучшения физического здоровья в пансионате есть тренажерный зал. Также снятию стресса прекрасно поможет настоящая русская баня на дровах и сауна с купелью. А летом сможете расслабиться на благоустроенном пляже и искупаться в Волге. В пансионате гостям предлагаются благоустроенные корпуса, в которых двухместные номера с лоджиями, трехместные, улучшенные двухместные, евростандарты, прекрасно оформленные полулюксы и роскошные люксы. Также в пансионате есть летняя сеть, двухместные номера в домиках и в летнем корпусе. Надо сказать, что в последние годы все больше россиян открывают для себя отечественные курорты, которые, кстати, заметно прибавили по уровню сервиса и гостеприимства. И нашему региону в этой сфере точно есть, что предложить жителям и гостям Верхневолжья.